Всем привет! Сегодня я хочу посмотреть и пересадить, ну это обязательно, вот эту вот орхидейку. Эту орхидейку подарила мне моя подписчица Светлана, у которой я была на днях в гостях на даче у нее. У нас с ней рядом дача. Вот она меня пригласила, и я снимала обзор ее цветочков. Вот, кто не видел, тот может пройти по ссылочке. Я оставлю ссылку под этим видео. Наверное, лучше в комментариях, потому что ссылку под видео некоторые найти не могут. Вот. Поэтому я, чтобы вам было еще проще, оставлю в комментариях. Оставлю на свой второй канал ссылочку и ссылочку конкретно на видео, где я у Светы в гостях. Вот, и Света мне подарила... Она мне вообще подарила две орхидейки. Две штуки. Значит, эта орхидейка детка. Какая-то вот розовая. Что тут написано-то? Так, какая тут из них детка-то? Розовая детка. Да, все правильно. Розовая детка. А вот это вот мини, которая Света тоже покупала. Она сказала, что она купила несколько штук. Ну, как цвела, как цветет, она не знает еще. Она не цвела у нее. Видимо, это уценочка была. Вот, вот такая симпатяшка. Короче, буду пересаживать все равно по-своему всю, Света. Ты ж меня знаешь. Это ж обязательно. Несмотря на то, что у тебя сидит здесь все керамзитики. Но у тебя вот здесь вот сверху вот эта мелочь насыпана, которую я теперь так не делаю просто. Ну, потому что мне потом будет перебирать неудобно. Вообще у тебя хороший тут керамзит, кстати, мелкий. С кирпичом даже вижу. Из грунта, из другого. Я тоже так делала. Делала такую смесь. Вот. Плюс пеностекло сверху. Но это мало, потому что оно у меня просто упало, пока я везла с дачи. Оно вывалилось. Так у Света было все вот так вот вокруг пеностеклом. Вот. Сейчас посмотрю число. 3 октября, походу, Света сюда это посадила. То есть совсем недавно. Вот. Хочу немножко... Ой, это, наверное, личуза. Точно, это у Светы с личузой. Я сначала думала, что это мелкое пеностекло. Хоть и в очках, но плохо вижу, называется. А потом вот уже я узнаю, что это личуза. Вот это хуже некуда, я сейчас понимаю, так перемешивать, потому что, ну, потому что здесь совсем недавно Света посадила, вот только-только. А если бы это давно сидело, и при поливе все это будет зеленое. Поэтому я так теперь не делаю. Хорошие такие корни. Прелесть прямо. Надо же, какая деточка хорошая. Я просто хочу еще посадить ее в горшочек. У Светы она в баночке в такой. Ну, так тоже можно сажать, когда уже горшочков не хватает. Когда уже столько цветов, что прямо вообще. Так. Я сейчас хочу ее сполоснуть обязательно. Намочить ей корешочки. Ну, помыть листики. Вот. И уже посадить ее по-своему. Так, помыла ее. Прекрасные корни. Все замечательно у нее. И смотрите, что я подумала. Ну, я поняла, почему Света посадила именно в такую эту самую форму. Потому что у нее, в принципе, очень длинные корни. Вот такой стакан я пока что подобрала для нее. Потому что, в принципе, идеально они туда входят, эти корешки.
Смотрите, хоть он такой и мягкий, но какое-то время она в нем пожить сможет. Она, конечно, не достает до дна, но все равно это хорошо будет. Так. Замечательная деточка. Так, буду сажать ее в мокрый керамзит. Помыла. Сразу в мелкий. Стаканчик такой большой. Керамзита много надо. Кстати, на днях собираюсь поехать, наверное, в магазин Петрович. Опять буду покупать керамзит. Аккуратненько ее засыпем. Так, смотрите, корешочки видно, здесь видно и тут видно, со всех сторон видно. Я даже не буду ее сильно утрамбовывать. Я думаю, так будет лучше. Так, и, конечно же, пеностеклом. Пеностеклом тоже. Надо ее украсить. Так, сейчас я найду пеностекло, которое у Света там было. Да, Свет, это твое пеностекло. Оно выпало немножко. Скоро она даст еще нам корешочки. Здесь прямо, я думаю, пойдут сверху. Потому что я буду увлажнять сверху. Сейчас керамзит мокрый. И какое-то время, конечно, я не буду ничего увлажнять, ничего поливать. Пеностекло вот у меня есть такое не очень крупное. Интересно, что за орхидейка розовая. Но они розовые тоже бывают разные. Такая вот малышка. Сейчас я подпишу сегодняшнее число, чтобы не забыть, когда
Мы ее с вами пересадили. Напишу розовая. Как Света мне сказала, так и напишу. Ну все. В следующем видео пересадим вторую орхидейку, которая Минечка. Все, всем спасибо за внимание, всем пока!